В Якутии открыли еще две ледовые переправы. В Момском районе это Зимник по маршруту Хануу-Кулунолбут на реке Индигирке. Грузоподъемность переправы до 10 тонн. Второй Зимник открыли в Намском районе на реке Лени от села Фрунзе до Столбов. На нее допускается выезд автотранспорта весом не более 5 тонн. Всего на данный момент в республике официально открыли 27 ледовых переправ.